Среди бесчисленных небесных тел, разбросанных в космическом пространстве, нашим ближайшим соседом является Луна. И человек уже ходил по ее сухой, пыльной поверхности. Теперь мы знаем, что она пустынна, однообразна и лишена каких-либо признаков жизни. Какой контраст по сравнению с нашей Землей, планетой изумительной красоты, где воздух свеж, поля плодородны, леса зелены, а жизнь многообразна и изобильна. В чем же причина этой разницы? Почему Луна безжизненна, а Земля полна жизни? Вода. Вот в чем причина. Во всей Вселенной нет другого вещества, подобного воде. А на Земле воды очень много. Она покрывает около 70% земной поверхности. Приблизительно 1 миллиард 360 миллионов кубических километров воды. Если бы поверхность Земли была совершенно гладкой, воды океана покрыли бы всю нашу планету, и образовалось бы бесконечное море глубиной в 2,5 километра. Правда, лишь небольшую часть общего количества воды на Земле можно назвать пресной. Пресная или питьевая вода поступает к нам в результате постоянно повторяющегося цикла. Каждый день океан испаряет миллионы тонн влаги, а вся соль остается в океане. Влага же потом проливается обратно на землю в виде дождя. Вода испаряется с поверхности океана, нагретая солнечными лучами. Вода, солнце, воздушные потоки и сила притяжения, взаимодействуя, тысячелетиями поддерживают цикл, который мы называем круговоротом воды в природе. Теплый воздух, который легче холодного, поднимается вверх. Водяные пары, вознесенные потоками теплого воздуха, скапливаются, постепенно образуя облака. Преобладающие ветры способствуют этому процессу, перемещая влажный воздух вверх по склонам гор. Поднимаясь, воздух охлаждается, а охлаждаясь, уменьшается в объеме, буквально выжимая из себя влагу, устремляющиеся на землю в виде освежающих потоков дождя. Дождевые капли, падая, очищают воздух, впитывают двуокись углерода и возвращаются на землю в виде слабого раствора углекислоты, который мы называем питьевой водой. Пресная вода поддерживает жизнь растений, животных и человека. Испарение, конденсация и выпадение осадков. Таковы основные стадии непрерывного круговорота воды в природе. Каждое мгновение, день за днем, он повторяется на Земле снова и снова. За 3000 лет до того, как современная наука объяснила основной принцип круговорота воды, он с удивительной точностью был описан в Библии.
Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Подумайте о том, какая огромная энергия движет этим процессом. В течение суток на кругообращение воды уходит больше энергии, чем было произведено человеком на протяжении всей истории. Цикл водообмена настолько устойчив и неизменен, что, пожалуй, самый необычайный факт состоит в том, насколько он стал обычен для нас. Вода жизненно необходима, и мы обладаем ею в изобилии. Но именно из-за изобилия мы легко забываем о ценности того, чем владеем. Обычная вода? Сколько, по-вашему, она стоит? На самом деле, вода бесценна. Известно ли вам, что на изготовление одной буханки хлеба уходит 1135 литров воды, что на очистку одного барреля нефти 2650 литров воды? Чтобы получить полкилограмма мяса, уйдет 15 140 литров. На изготовление одного автомобиля 37 850 литров воды. Сено, сухое с виду, содержит более 60% воды. Еще больше воды в помидорах, в моркови и яблоках. На выращивание 250 тонн пшеницы уходит в целом 150 миллиардов тонн воды. Каждый день мы покупаем продукты, состоящие в основном из воды или требующие большого количества ее для их изготовления. Но еще более важную роль вода играет в жизненных процессах, протекающих в человеческом теле. Наше тело на 70% состоит из воды. Со временем мы так или иначе теряем эту влагу. И если не пополнять ее запасы достаточно часто, мы умрем. Именно вода, содержащаяся в крови, позволяет ей перемещаться по артериям, венам и мелким разветвленным капиллярам. Вода играет важную роль в процессах пищеварения. Вода служит смазкой для наших суставов. Без воды слизистые прокладки сочленений пересыхают. Без воды наши глаза перестали бы видеть. Когда вы работаете или занимаетесь спортом, вода регулирует температуру вашего тела с помощью потоотделения. От начала времен и по сей день вода поддерживает жизнь на Земле. Насколько мы знаем, во Вселенной нет другого вещества, подобного воде. Возникает впечатление, что вода была специально задумана и создана для того, чтобы на нашей планете расцвела жизнь. Если это так, вместе с таким даром на нас ложится ответственность. Что за благословение это изобильное и вместе с тем жизненно необходимая влага, которую мы пьем, которой умываемся, по которой ходим, на которой состязаемся, из которой берем все, что хотим взять, и в которую выбрасываем все, что попало, не задумываясь о последствиях. Вода со всеми ее свойствами – это любвеобильный дар заботы Божией о нашей физической жизни. Но Христос, беседуя с самаритянкой у колодца, говорил ей о духовной жажде человека. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».